Всех приветствую на своем канале. Кто впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте комментировать после просмотра видео. Итак, сегодня у нас будет на обзоре такой вот велосипедный замок тросовый. Ну, точнее, этот замок, в принципе, не только для велосипедов. Там можно самокаты там пристегивать и коляски всякие детские. То есть, прикол в том, что у этого замка есть еще сигнализация. То есть, при перекусывании троса срабатывает система вот, сигнализации. Когда ключом работаешь, открываешь, то никаких сигналов не поступает. Вот. В инструкции там написано, что данный замок еще от удара, там, допустим, тяжелым предметом, также срабатывает сигнализация. Ну, здесь на видео я показывать этих вандальных методов не буду, так как не хочу портить замок. Вот. Но хочу проверить именно подход такой через замочную скважину. Сработает ли система оповещения о несанкционированном вскрытии данного замка. И посмотрим, сколько времени займет это вскрытие и убедимся, насколько эффективен данный замок. Замок имеет вот такие ключи с такой нарезочкой, где пины расположены как снизу, так и сбоку. Вот. Ну, как видим, по ключу так, сейчас боковые пины имеют одинаковый уровень, поэтому не будет особого затруднения при наборе с помощью отмычки. Так, ну и давайте приступим, в общем, к этому вскрытию. Так, вот пины, видите, расположены и сбоку, и снизу. Итак, друзья, давайте приступим к вскрытию данного замка. Для этого мне понадобится такой вороток, который я установлю в эту часть замочной скважины, и такой щуп из китайского набора. Вот так вот. Вот и все, друзья. Замочек я открыл. И как видим, через замочную скважину никакой сработки сигнализации не произошло. Все, замок был открыт. И в принципе, ничего трудного в плане вскрытия этого замка не было. И также потом можно поставить на сигналку. Но для этого нужно замочную скважину вернуть в исходное положение. Так, сейчас. Вот такой вот замочек. В общем, если вам понравился видеоролик, поставьте лайк и обязательно напишите комментарий. Всем добра, до скорой встречи.